Серьезно пострадавших во время жесткой посадки самолета Ан-26 в Абыйском районе нет. Такова предварительная информация. Напомним, накануне судно полярных авиалиний, выполняя рейсы Якутска-Белая гора, не долетело до посадочной полосы. Причиной стали плохие метеоусловия. В результате повреждены винт одного из двигателей и правая стойка шасси. На борту находилось 27 пассажиров и 6 членов экипажа. После случившегося все были доставлены в местную больницу. Со мной летела мать 42-го года рождения. Человек старый, переживший инфаркт. В данное время она лежит в больнице. Вроде состояние у нее не очень хорошее. Повредила она носовую перегородку при посадке самолета. Ну и сердце, человек с инфарктами. Были трое маленьких детей, и были старики и так далее. Прямо сейчас, в данное время, в состоянии шока находимся.